Законопроект о единовременной выплате россиянам, длительное время состоящим в официальном браке, зарегистрировали в Государственной Думе. Документ опубликован в базе Нижней палаты парламента. Авторы инициативы предложили предоставлять единовременные выплаты к юбилею совместной жизни граждан, состоящим в браке не менее 20 лет. Размер выплаты будет зависеть от продолжительности брака. К 20-летнему юбилею 20 тысяч рублей, к 25-летнему 25 и так далее. Далее, вплоть до 70 тысяч за 70-летний брак. Право на получение выплаты будут иметь постоянно проживающие в стране россияне, брак которых не расторгался и не был признан судом недействительным. Срок совместной супружеской жизни не суммируется при наличии нескольких периодов брака между одними и теми же людьми и будет считаться с даты последней регистрации. Мы спросили у тверичан, в чем, по их мнению, секрет долгой семейной жизни. Понимать, прощать друг друга. Все чувства строятся на доверии. Это самое главное, я считаю. В любом случае, в любви, взаимоуважение. Вот. Живем 22 года, трое детей. Считаю, что все равно это основное. Понятия не имею, не замужем. Нужно образ жизни правильно вести. Не пить, не курить. Нервы мотать друг другу. Тогда будешь долго жить, чтобы муж жену понимал, а жена мужа уважала. Все. Я считаю, что нужно сначала понять, чего хочешь в жизни ты, и, соответственно, потом найти человека, который будет солидарен с твоим мнением.